И последний вопрос на сегодня. И да, Алиман Муштари Билай, Кабла Нештариеву, Фалла Ульхия. Говорит, если человек при покупке товара уже знал, что в нем есть дефект, может ли он вернуть его по дефекту или нет? Кады Субуки, ты так видят Тюльмаджмо, смотри, здесь уже называется, начинается кто Субуки? То есть здесь уже не имам Ан-Науи. Говорит о Субуке в своей книге, как бы дополнение к Маджмо, имам Ан-Науи, Али ибн Хазм фи китаб Марати Паль-Иджма, сказал ибн Хазм в своей книге Марати Паль-Иджма, «Воттафаку аля анну иза байяна лаву аль-байя би-айб фи, ва хадда михдарау», говорит и единогласно мнение ученых, что если продавец разъяснил наличие дефекта в товаре и указал на его количество и качество, «Воттафау али», то есть пояснил ему, показал ему этот дефект, «Инкана фи джисмин мабия», то есть если он происходил относительно сущности товара, «Парады я бедали кармуштари», и покупатель остался доволен этим товаром, несмотря на то, что в нем дефект, «Анну адна зимову», единогласное мнение ученых, что этот товар полностью перешел тому покупателю, «Вана раддана у бедали кальайф», и что покупатель не имеет права вернуть этот товар по дефекту. Это ясно ли? Значит, если ты покупал товар, уже знаешь, что в нем есть дефект, то, соответственно, право на возврат этого товара по дефекту с тебя снимается. То есть больше у тебя этого права нет. А теперь вопрос. А если человек пришел домой и обнаружил у него второй какой-то дефект? Не тот первый, который был разъяснен продавцом, а второй. Может вернуть по второму дефекту? Может. Почему? Потому что это такой дефект, относительно которого он не знал. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллах ва атубу илейк.